Так, кто у нас появится? Кар-Карыч. Кар-Карыч, точно. Что-то незаметно по погоде, что весна на улице. Хочу к Незнайке. Весна, у нас за всю зиму выпал снег один раз, и все. Незнайке. И а поди его дал, а зимой, говорит. Сейчас снег идет. Вот если вы добрый, дайте снега. Да-да-да, сейчас, я думаю. Я снега не видел за всю зиму. Что означает зеленый квадрат? Только таял. Снег с дождем. Мины. Зеленые, не мины. Зеленый куда доставить нужно? Что? Куда доставить нужно? А, это точки, куда вы нужно вытащить документы. Можно вообще, кстати, вот пойти вот сюда. Вот например. Синяя метка, я думаю, кто-нибудь, да, посерединке пусть идет. Кто-то видит синюю метку? Ну, синяя. Да. Прям посреди воды. А, стрелка нет, я не знаю, где она. В канал, наверное. Канал, да. В канал впереди. Какая? Знаешь, как можно сделать? Вообще? Охрана станции была перебить. Ясно. Вот так можно зайти. А у нас есть чем такое? Ну почему? Просто пошли, ноги. Поплыли. Нормально. Пошли, поплыли, побежали, сидя. Да. КНД Каркарыч? Легко. Спитер, ты после запятой пишешь. Рандом. Прочитай. Я говорю, КНДТ у них какой-то там. Что после запятой? Ну вот охрана... Да, охрана станции была перебить, но успела вызвать подкрепление. Я понял. Не, но успела вызвать, это нормально. А вот была перебить? Нет, вот крепление. А, вот крепление. Прайс русский надо подарить по словам. Так, частоты, господа. Там прайс живет, не знаю, надо... Что у меня метки перестали работать. Я хоть дополнительный канал поставил. Да. Да, нормально. А, у меня метки не работают до сих пор. Они появились. Каркарыч 1-1А. Потом 1-1Б. И сейчас 1-1С поставлю. Если вообще труба пригодится. Выбрал и поставил. Давишку сейчас напишу, что отошел. Все, поставил. А можно мы, отойти? Наверное, тоже с это, да, с кто там поставил уже. А дельта вон там, дельта ага. Кинули. А что один? Ну дельта, кто ставил дельту, перетащить ее, ее можно перетащить. А можно поставить просто ДВ, не знаю. Во, 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 метки начали прогружаться, и сейчас будет по 10 всё, раз. Я отошел. Сейчас, когда я этого не хочу. Один один Д это сами по себе, это снайперская пара. О сами боже, как выбирают. Они лагают ну, эти метки. Угу. Сервера не очень. Да это не сервера, это локально. Как байда, я не могу ее пока отловить. А, их очень много, они сами работают, успокойте их. Давайте влетим туда, быстро заберем и уедем. Угу. На Хаммере, заезжаем, да. Прямо в город. Да. На Сулах. С только минигами. Ты первый. Будет весело. А, у трубы есть. Они нам вообще пригодятся? Да. По пехам стрелять, как думаешь? Молитивом? А может так? Что-то вдруг так броник не пробьет. Да-да-да. Пристрелочным со смала. Да. Кстати, убивает же. Блин, почему 1-1-Б идут прям по центру? Давайте там, не знаю, сзади. Нет. Плохо чуть-чуть. Нормально все. Как там метки двигать? КС сказал, отряд выполнен. Просто берешь и просто тянешь. На свою метку нажимаешь и тащишь. Да, но тащить можно только свои. Да. А иногда и свои нельзя. Пролагивает, пишешь, что метка не твоя, а Пашина. Ну, рядом стоит, значит, моя просто. Да не важно, где метка стоит, он все равно думает, что не твоя. Не важно, какие метки рядом. Че, мы все разыпнуем будем, что ли? Прайс, конечно, офигенно нарисовал все. Рива так. Ага. Вот направление атаки нарисовано, все замечательно. Не-не-не, я имею в виду. Всех сторон? Мины, зеленые всякие, блин, квадратики. Не мог там, как у Леврекса, полукругом там крестики красные. Это долго.
Он не могёт так сложно. Он делал целых секунды 7. Ну я понял, тут вон все. Это прямая линейный человек. Так, Браво берет, наверное, КамАЗ какой-нибудь. Мы же без машин ходить будем, я как понимаю. Дельта СУВ берет. Каркач. Да, СУВ. Если мы все влезем. Сколько нас? Да, нас мало, мы должны влезть. Так это Альфа и Дельта только СУВ берет, а те-то побольше будет. Там еще два СУВа. Про Чарли забыли. С пулеметами. У нас 3 человека, мы влезем. Да вы и в мотоцикл влезете. Кстати, блин, а чё мотоциклов с тележками нет? Фу, с колясками. На вторую мировую можно было бы добавить. Да. На колясках пулемет. Да, и в коляску там миниган поставить, там АГС. Пусть у тебя в этот раз нет пулемета, чтобы меня убивать. Миниган. Ещё это, ПТРК, да? Белками спасало. Да вообще сразу в зуху. Башню я туда отшилки поставить, и отлично. Два границы. Катюшу, мы готовы. Че мелочиться-то? Скат со скриптом на ядерный взрыв. Паш, ты хочешь сделать и КВ, и ДВ правовское? Нет. Тут что-то как-то это... 103-я, 103-я. А. И резервы так еще отличаются. Паш, у тебя стрим сейчас идет? Шлите, да? Смотреть. Зря слушаю этот, огласили этот КВШ. Господи, они шифруют. А, ну окей. Выключай стрим. Ладно. Теперь знают наши тапки. Выключай стрим. А сколько там задержка? Минут 15-20? Да. Так Паша каждый раз, когда катал открывает, они же ее видят, да? Да. Естественно. Ты там ставь какую-нибудь, не знаю, картинку. Когда я нажимаешь. Да-да-да. Да на брифинге там же типа там фотку белка, я не знаю. Чего, стартуем? Стараюсь на показывать области, где ставят метки. С частотами, поэтому все нормалек. Верас, что говоришь? Зачем такой звук, как у меня поставил? Ну что один петух, что второй петух? Сказал главное, петух. Вы хотя бы зрик сможете прибавить? Запускай. Нет, научишь наш? Сейчас создонник крикнет, не крикнет, подождите. Он ушел. Да, ушел. Сказал пока и ушел. Весело. Праздновать Пашин день рождения? Наверное. А, ну боешников. Или арму 3 пилить. Третью арму пилить. Смотрим, что он там делает. Mm-hmm. Говорит. Да, да. Громко. Громко. Уши. Алло, громко. Где я? Где? Я там. Впервые за атаку играем. 30. Что сделал? Будешь убивать? 32 же новый экран выставить? Ладно, не буду говорить. Да, здесь у меня не... Всех стреляет или только у меня? Кш. Сколько у тебя? Пристреливаешь. Ну, вы выкинь. Заберем другого. Проверка. Нет, у меня сломанный автомат. Проверка какая? Проверка. Прием. Пожалуйста, мы. Проверка КВ. А как закидывать? Сейчас, сейчас. Каркары. Да здесь. Вы куда мне никого вообще сдвигал на высоту? Дай патроны. Патроны, нужны патроны. Да, вам не патроны, это вам гандоны. Проверка. Пипит, ты медик, поэтому вся надежда на тебя. Альфа,
Погрузимся в КамАЗ. Самые ближние к забору. Меня слышно, блин? Слышно. Так, куда? 1-1-Б, куда грузить? КамАЗ, самый ближний к забору. Так, а мы на белом ионе находимся? А, да. Да, на севере готовый. Тут GPS есть. Сера в кузове. Ну, вальше. Лес есть. Из Браво кто вот еще не с, не с КамАЗом? Паровозик с Браво отправляется на следующий. Да нет, стойте, секунду, меня забыли. Ты, блядь, вдвоем ты едешь. Атас. Ворон, тебя не задавил? Не, нормально. Да, блядь. Сел, сел. Все? Странно как-то сел. Простите. Странно. ПЗ. Почему вы СУ с пулеметом не возьмете? Ну зачем он нам? Мы пешком идем, мы пешком идем, мы не будем это хрень. У нас вообще 9 человек должно быть, что там спереди трое. Мы шуметь не хотим. Впереди трое. Как раз 9. Впереди трое видел синиц. Хорошо тогда. Да там маршрут зеленый нам набросал кто-то? Или нет? Нет, это не наш. Репит так развалился. Что мы даже до точки не доедем, у нас это выбит. Там нечего выбивать. Нормально. Это парни в грузовике гранаты лежат и подствольники. Без чеки? Вот. У нас нет что? Такого калибра, чтобы стрелять этими подствольниками. Блин, да. Ну а вдруг? Хотя бы да. Гранаты взять уже вариант какой-то. Зайти надо к этим. К обороняющимся, взять с них ствол, и тогда можно будет стрелять. Чего, подожди, что мы сразу лучше берем патроны для их ствола, берем войны для их ствола и захватываем чего-то. Открыть карту, нажать действие. Открыть снаряжение, что-то такое. Ой, погнитель, не надо. Чего не надо? Надо с звездологи съезжать. Я люблю паномарскую на КамАЗе. Самое прикольное, что вообще мы... дичь. Просто у нас есть один машин. Так что пожалуй, КамАЗ на Мамарске. Зачем он такой крутой? Да он здесь вот подкидывает так вообще, просто как настоящий. Мамарске не больше звука брать в игру, вообще с такие звуки. Особенно в городе. Какие-то крики девочек маленьких в лесу, что это такое? Да-да-да-да. У нас это война вообще. Хорошее место. Давно бы уже выпустили нахер из... Он же все равно, по-моему, в сборке, да, идет? Да, ну я потом выпилю этот звук. Поставь какую-нибудь музыку вместо этого и все, господа. Еще лучше. Чтобы громче, как в девочек. Музыку из Дэнди какую-нибудь мерзкую, зацикленную. Battle Toads. Марио. Гандам Стайл. У каждого свои вкусы. Скажи, а если отрывок музыки зациклится, то уже да, автоскиптовая или нет? Нам прямо ехать или поворачивать? Поворачивать. Кто так предусмотрительный мне поставит? Взял какой-то. Предусмотрительные люди. С нами ведете, поддержите на ней, покажет, кто стоит и когда. Репит прямо сейчас. И когда там что-то покажешь, что это 0-0. Где мы выгружаем? Где-нибудь на повороте там видим разбитую колонну там. Какой бинокль? У тебя есть бинокль, я видел. А зачем тебе бинокль? Я пулеметчик. Метка двигается. Хорошо, выйдем. Да, здесь просто люди злые, бородят суще. Сейчас выйдем. 2-1-1. Ты прям туда въезжаем? Я думаю, мы здесь выгрузимся пешочком дальше пойдем. Я не хочу шумить. Сыгу.
согласен. Я могу на крик прийти. Мы верим. Спитер, спитер, скидывай. Шоп. Мы шоп. Переходим. С коротким рукавом по снегу. Камера. Фейл. Так, у кого пистолет есть? Ладно, у меня ГПшка есть. У меня нет. Ничего, у меня ГП есть, буду ГП стрелять. У меня нет патронов. Да все нормально, двигаем. У меня 160. Прикрываюсь елками. Первый убитого, скажите, надо ствол мне взять. Да? А зачем тебе, что нужно такое? У меня на Г-36 патроны не подошли, я забыл мне тебе конфиг писать эти патроны. Да, никто не сам поделиться не может. Чего? Поделитесь там потом, никто не может. У нас нет такой ствол. Не хочу. У меня Г-36. А, ну да. Ну где? А натовские станаги не подходят к Г-шке? Подходишь, ходи даже, да? Да-да, в чем проблема? Ну давай я скину. Мне одного-двух хватит, одного-двух хватит. Просто сейчас такие, все кидаем сюда. На день рождения. Без проблем, вообще раз я скину. Одного-двух. Все, не надо все. О, отлично. Они 30 зарядные, у меня 20 зарядные, все. А, нет, их нужно сидеть. Мне больше не потребуется. Да, шляшки себе возьму. Пошли. А, на ДВ есть кто? Понятно, на ДВ нет никого. Ухожу к себе. Там мне в связи чуть гонял. Это ДШК, кстати. Пристреливается, похоже. В зону ходим, понимаем. Особое внимание к елкам. Там сидеть надо. Давайте влево возьмем с другой стороны дороги. В низинки зайдем. А это наш короче, да? Да. Возьму 110. Противник русский или как выглядит? Чука, давайте или куда? Да, в штанах таких серых, там непонятно. Камуфлированная лыжня. У нас тоже такие. Да шикарно горит, что ли? Да, серо. Костан? Каткат еще всякие. Тут хаймер есть. У нас ДШК просто нет, это вражеский, скорее всего. Нет. Вы с этого вражеский, меня бы уже убили. Сум, у нас только стой. Так, сум, ладно, только за город где дальше. Ты кто-то что, потерялся, ты просто убежишь? Я смотрю. По кучкам. Самое четкое место в тысячи здесь было. Есть сколько бинокля, кстати, девочку слышу. Вдоль забора. Вот бинокль, меня забрали, цыгане. Вдоль забора видел кого-то. Сам цыган. Еще и зубы забрали, мои смотри. И коня, да? Я, по-моему, потерялся. Что такое? Да вот такой муж не наш. Это на 107, на 190 пройдем вдоль забора, встретишься с нами, но у конца уже выход, выход база, с базы. Окей. Я там лишь шпарба. На 210 наша цель. Что? Ну, где там вагон. А, чё, уже на точку? Да, мы уже выходим с базы. Калаши, кстати, стреляют. Сильно из елок не выходите, кто-то устал у нас уже, там, смотрим. Чики-брики.
У нас клоуне кто-то есть, слышу калаш. Даже вижу, ё-мо. 240 в лесу по нам бьет. Все, погнали его, погнали, вон бежит. Раненый убитый у нас на лесу. У нас раненый вроде кто-то. Снайпер где-то еще. Меня убили, все. За елками прячешься, они бронированные. Чики-брики у нас тут, по-моему. Все, снайпер убил вражеского за СВД. Медик есть? Да, есть. У нас в елках здесь впереди чики-брики лежит, лечить надо. Окей, идут. Остальные вперед, на 220. Окей, я сейчас снайпер посмотрю, окей, дороги. Я тут одного нашел. Правая дорога есть. Должна быть. Правую руку. Можно потащить узнать, где я? Вот, вот ты идешь, вон в елке лежит он. Справа от дороги елка. Окей. Одиноко стоящая в ней, там чики-брики. Нашел? Если что, он весь 45, снайпер убитый на горе лежит, у него, по-моему, СВД был. У меня, походу, отрабатывает. ДШК подтащили, ёшка. Он прям на горе стоит, ё-моё. Вон он. На спине. 230. Согнал его, убегает, гад. Уезжает. Там лечат нашего, да? Поднимешь? Медик. Я не знаю, где. Блин, шел так спокойно, потом резко убежал. Медик. Я здесь, просто меня там чуть не убили. У нас тут раненые. Без сознания. Опять ДШК это, сраный. Оттуда же. Все, уходим нафиг. Остальные, кто там двигался, продвигайтесь дальше. Я попробую ванчика и чики-брики. Я справа поднять. Дороги. ДШК на самом верху, что ли, стояла? Да, она там же стоит. А, вижу его, что-то узнал. Возможно, снял его. А что вы? Или он резко лег, или он... я его снял, не знаю. Мать его, медик. Медик-то был. Так же, не знаю. У него баллы сейчас будут. Ты думаешь, что я смогу бы смерти? Да нет, понимаешь, у меня еще арма до этого за 7.20 встала напрочь. У меня ТС отвалился. А я сейчас это, короче, пулемет дот тягал, вынес его на улицу, короче, это... Нет, сначала мы хотели его, типа, на крышу загнать. Загнать его не получилось, потому что он сквозь текстуру вниз на первый этаж провалился. Я его решил вынести на улицу, так как вы там, ну, кричат, по дороге идут. Только выношил его на улицу, короче, и просто в воздух улетаю вместе с ним. Поднимаешься вверх? Да, я улетел вверх, короче, и... А, ну, известный глюк. Это ты ящик тащил, да? Нет, это я дот тащил. Ладно, понял. Еще, наверное, раз 20 да ноги там... сломал. С да ты там, наверное, на горе, что ли, отстреливал? Нет. Я сдохнул до начала замеса. Ну, это как у меня было в прошлом... на прошлом воскреску. Меня автобус... Я тупо в автобусе засунулся, голову повернул. Вот мы, короче, блин, мучились, тащили раз 20, там ноги в нем сломал, мне раз 20 лечили. Большие надежды и так обосраться. Ладно, отойду. Куда Махну летит? На красного. Точнее, левее от него. Левее от него.
Все, больше скажем, нет. И без махну. Привет. Чё? От Банзая на западе что происходит? Там минусом все взорвается. Дичь. Не полутался, блядь. Ты быстро отнесся, пролетел. Угу. А как еще есть? Уоррен, это я тебя там для себя встретил? Нет. Я был снайперский парень, нас до ШК завалили со второй точки. Это было с юга откуда-то, там шили по черному. Вот. А, к в этом. У Банзая по бабочке летает. У меня звук этот грёбаный опять. Какой? Пуль какой-то, блядь. Я не знаю. Это же Серес? А, да. А ты пикс ставил всё? Да. А это, наверное, этот, G36. Надо его смотреть. Да. Бомбит у меня. Сейчас Каркарыч убьет Айса. Кого сделает? Прайс убьет. Ниху. А он без сознания? Кто? Прайс. Нет сознания. Это стреляет в эту гору, противоположную. Прайс живой. Пока. Это что, наш труп нашли, что ли? Аркадий выиграл. Аркадий выиграл этот бой. Я работаю. Так, атака, я так понял, все. Пока еще нет. Блин, я долго смотрел на школу. Думал, что это такое. Это, кажется, пулемет стоял. Там ДШК, да? Точнее, этот корт. Или утёс, там их два пойми, что это. Да блин, с моим разрешением, которое я поставил, там просто какая-то. У тебя какое разрешение? Сейчас скажу. На 1024 процента, неплохо. Проценты. Так чё, лагает. 3D разрешение у тебя какое? Такое же. Что? Нет. То поставь, выкрути всё в минус и всё. Так тогда вот так. Ну, да, я же играю как-то. Хотя у меня вообще не играло. Знаешь, с 10 FPS-ами играть, это как бы. Ну, у меня 20-ка нормально. Я же играю как-то. Видит его, у меня в городе не всегда 10-ка. 10 и ниже, да. Странно, у меня на всех картах стандартно 20 FPS. Как будто на 60 играешь. Нихрена не лагает, все нормально. Просто уже настолько привык, понимаешь, как наркоман. Нет, просто он ни выше, ни ниже, никогда не падает. Смотрите, он Каркарыч. Там в дереве, что ли, сидит? Каркарыч будет как ниндзя. Прорвись, да. Чё? Меня это же ЗРС бесит, а? Выключи. Поиграть нормально не дает. Не видит. То ладно.
птицы выйдут. О, сейчас должен был увидеть. Прям прострел в голову. Пока долетишь, тебя поменять на спектатор. Ну, квадрат разрешения сведен на 100%. А само разрешение 1024 на 768. Каркарыч в игре. Да. Зато какое бодрое начало было, а? Прайс нафраговал. А кто там вообще на суве поехал и шил с минигана? Это мы не туда заехали. Мы, короче, на полу. Я, по-моему, попал. Ну, мы нормально зашли. Скоро. Если бы, сука, не конченая G36, блядь. На который прайс патроны не туда засунул. Это кормил. Ты в другого чувака засунул патрон. Местами поменяй. А у Паши тоже, кстати, не было патронов 36. Точнее, были. Они были, но они не подходят. А мы подошли. Не да, не до, для обычной G36. Да потом пропишу, что подходило все. Они же универсальные. А мои подошли к тебе? Да, подошло. Все тестировать надо. К сожалению, времени не тестируется. Хатап спит. Вот так. Хатап спит. Хатап в глубокой спячке. А где он? Перед ним только что два прибежал. А мне же его в спектакле нет. Тоже он опять вылетел, наверное. Вылетел, скорее всего. Да, сейчас Аркадий будет хана. Я чё, залип, что ли? Что? Мне вот горит кнопка, что такое. Да. У меня горит кнопочка, видите, нет? Ты с чего так долбит? А, минус. Кто-то минус? Сейчас перезайду. А, я зайду, меня выкинет. Не. Спасибо. Да, это суки, да? Это банка бомбит. Зайчики. А чё с краба или кто там ты? КНДшник. А чё с ним? Труп скачет. Как? По-моему, бонзай начитал. О, краб. Это банихол. Раскрышку делаю. Мяч. А он с крыши, наверное, упал. Точно. Есть три вещи, на которые можно смотреть вечно, да? Да. Падающий бонзай, вода и огонь. В данном случае краб. Как его лечить будет, я не знаю. Жалко, что тут нет такой функции, как бы ты опять споткнулся, упал вниз с горы. Это самый увлекательный геймплей парамет. Прыгающий краб. Давай, Аркадий. Чудо, Аркадий. Мне кажется, краб жив, а он просто немножко залагал. Такое иногда бывает в армии. Когда ты как бы упал, но ты как бы можешь осматриваться. Но не встать ничего не можешь. Аркадий, похоже. Кто? А вы? Нет, это не.
И да, прайс, выдай рюкзаки обороне. О, атаки. А то мне вот даже некуда было, я с ГПшками, у меня же эти повязки с машины положить некуда. Либо ГПшки сбрасывать, либо ничего не брать. Потому что у нас медик вот сейчас получилось, медик вообще непонятно где шарился. Я не человека полечить не мог. Потом второй у меня упал. Все вообще. Ничего сделать не могу. Ой. Че там? Да у меня включен этот тест. Интересно. Он чё, сука, такой меткий-то, урод? Ну какой ты злой. Пидорас нахуй. У меня, походу, кстати, вот шум у меня, это соседи что-то включают, какую-то технику, у меня микрофон начинает ловить шум. Скорее всего, из-за этого, как и бывает такое, когда что-то перепады нанят. Или бритву какую-нибудь включают. Да, да, да. Хрень. Деймос прям рядом был. Кто меня снял, то с полчаса что ли бреется? Ну вот когда они включают, начинается это. Да. Энергия. Гонят. Или какой-нибудь факс, или еще какая-нибудь хрень такого, по-моему. Кто меня снял-то еще? Принтер, принтер. Да, да, да. 3D. Неизвестно. Что за нахер? Меня что, свои убили? Да. Ну, сейчас закончится, увидишь. А как? У меня не показывают нифига. От тебя форп убил. А может ты в триггер зашел? Нет, только кого не. У меня кто-то стрелял с пулемета. Ну вот еще и форт, блин. Стой, а ты кто? Это кто? Форус. Блять, да, мне кажется, фор убил. Блять. У него единственный пулемет тут. Красиво расстреляли. Печень. Тут еще стрелял, как раз подобрали, не гады. ПКМ, а что-то другое стрелял, скорострельный. Ну, типа, ПКМ был пулемет, слышно было. Олега еще, что-то такое. Олега еще. У всех остальных хэмки и эти, СВД. А, ты ПКМ имеешь в виду? Да. Ой, зайчик. Я думал МГ или что-то такое, МК. А тут только ПКМ вон с севера, все. И он, вот он сейчас пошел меня проверять, его сейчас Деймос нафиг сольет. Блять. Ну, хочу посмотреть на его реакцию, когда он проверит. Ой. Друг другу бегут, что ли, навстречу? Ну да, да. Он меня еще ищет, труп точнее. Надо полутать обязательно. О, конечно, КМ, блин, с пятью обоймами, офигенный лук. Сейчас они как раз на трупе на твоем сойдутся. Они сейчас как раз, да, лоб. Не поделят, не поделят кусок мяса. Мое. Я даже свой труп-то не вижу. Ты отдали? Так, валяется. Я и говорю... А, о, увидел, ага. Нафиг тебе видеть свой труп? Ну так, в смысле, как далеко он от меня. Ну ты вот представляешь, да, ты такой умер, дух такой подлетел, такой стоишь и смотришь, разглядываешь. Где мой труп? Да-да-да, где мой труп? Кто меня убил? Летаешь там, как воробушек. Бан. Вот зачем тебе смотреть? Дэймо что-то почувствовал. Кто? Дэймо. Форс тоже. А то есть я вернулся. Так, 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 так. Ну, это что? Ой, свой, как же жалко-то, бля. Пидор. Белый шны, что ли? Может, надо вылечить его? Ага, сейчас проверь. Может, забыл еще отключать. Блин, если бы нельзя подтащить, ой, все, еще и свои. Тоже снова свои? Да. Карма. Вопрос, кто? Это Демьян. А, я хочу что? Это кто стреляет? Флэр. Флэр, да. Флэр, отомсти. Отомсти. Это капец. Аркадия замыслили.
Ну что, я так понимаю, что оборона сама себя перебьет? Да это что за снайпер, блин? Да. Ну так... Вот. Вы понимаете, КНД да. не хватает. Ты что, не мяса? Видел белые штанишки? Нет, я про КВ-шки спрашивал, там кто-то... Стро... Ну там зеленая была. Ты же в курсе, что там две КВ. Надо да. спрашивать на всех. Блин, Бонзай стрелял... А, кстати, Бонзай что-то попал, вон, смотрю, он ранен. Да. Я его так... Ой, человек кто-то находится? Извини. А, Ева, у меня Ева с густых стыдок выпадала, короче, вообще. Он выползал у меня из стены, я обратно заползал. О, господи. Что вы Евросу дали? Чё? Да ой, это М16 с А2 с оптикой. Так это, он на командире. Как, какой там все сдохли так? Меня... Где? Короче, тут у нас двоих уже свои убили. Блин, а погоди, кто меня убил, он что там? Веселый Тим Гилберт. А, Аркадий, что ли? Центильный треугольник. Все возможно. В кустиках. Я Игорька не... Или кого я там не убил? Кто у них СВД? Слэйра тоже грохнул. Аркадий, блядь. А вы, я, а короче, вы тебя убили, Форд, да? А ты вообще зачем меня проверять-то пошел? Я там вижу, да, вы бегали. Оставался потом смотрю, и он мертвый валяется. Ты куда остроился. Че, Дэйма где? Живой? Да, живой. Он лежит спокойно. Чикибрик, все. Чикибрик, давно лежит. Кепка бегает. С начала игры. Кстати, вертикальная синхронизация реально помогает эти лаги убирать. Какие? Ну, просто добавляет. Какие еще раз? Хрена. Прогрузки лаги. Когда прогружается что-то, лаги убирает. Я вот попробовал, хоть и было там 25 у меня ПХВ. Я поставил, так же отдало. Висин? Позже, не брал. Ну, Крафт, блин, вышел из этого, из ДШК. На этой карте там понятно, постоянно было. Прямо у меня на глазах это все было. А чё он летает? Он вообще где находится? Ты можешь с помощью админской менюшки убить? А чикибрики чё? Да он лежит на чикибрики. Всё равно никто не поднимет уже. Ну а зачем их убивать? Можно их забанить. Они сами могут. Она мне недоступна в этом же. Спальзе же. И можно пробиться. Спектатор она, к сожалению, недоступна. А к Игорьку нафиг подходит. Ракашок все. Кто там помнил убил, блядь, свои что ли? Не-не-не. С противоположной горы поди? Да, да, там уже. Кьюбить. Не, я хотя бы повышивал. Каркарыч тоже заходит, смотри-ка. С водой с упором. А чё он да. такой интересный дымки выкинул? Бросил бы дым куда-нибудь в другую сторону. Кто? А зачем в другую? Ну типа дым прикрывает проход, отход и т.д. и т.п. Ну я то есть соответственно, прикол. Да, как отвлечение противника. Вместо патронов берешь дым, да, и идёшь. Берёшь кучу очень много дыма, штук 10. Сбоку, спереди, кидающий, сзади. Короче, около. И у кого настройки стоят на ульте, резко он FPS подсаживается примерно сколько. Если ты играешь, то лежал. Да, блядь, арма никогда, ее, блин, там ядерный комп только потянет. Что арму, блин. Блин, играли бридж, у меня настройки стояли, типа, вот этот дымы на ультра, у меня FPS, когда бы это, да, ангаз, что на бале. Да тут когда же... Ой. Что это было? Это был Вест. О, краб остановился. Что? Мы знали, что там будет. Он там прыгает? А, все. А почему кнопка этого круглая? Почему? Блин, там вагон уже открылся. Ну, забирайте документы. Да как хрен ли они тупят? А, документы-то, наверное, никто не сказал. Да я говорил, ой, как хорошо, Каркарыч, граната прилетела. Чё-то прям вообще хорошо. Ой, его еще свои добивают, красавцы. Кто его добил? Деймос или Бастер? Деймос. Деймос, ну. Да. Да, да. Ну добились. Помогли, помогли. Чтоб не мучился. Чтоб не мучился. Лучше бы он на крыше того убил, а не меня добил. Ну ты что? Того надо еще искать, а ты уже лежишь, не бегаешь, не шевелишься. Блин, стоит хорошо, стреляй, не хочу, слушай. Да-да-да. Сейчас, мне кажется, сейчас крыша спрыгнет вообще. А лобби чё, он живой? Да, живой.
Чики Брики, бедняга. Он все еще надеется. Да не очнется, он лежал, да, там? Нет, у него нет уже возможности. Я прошлую игру тоже все лежал. А знаешь, что они заспал не снаряд фугасный? Только респаун. Как сделано? Можно Зевса как-нибудь выйти здесь? Нет. А, Игорька он лена. Игорька он лена. А, ну там не фугасный. Зевса, вроде как и вторую. Есть. Называется MCC Sandbox. Это надо ключ удалить. Сервер. На сколько минут миссия? Ну еще часа два можешь гулять. Я обвиняю, без шуток. Реально. Да, нравится ли что-то? Зачем ему ограничения? Надо дополнить им, что это. Что делать-то надо? Ай, Серега. Ох, попали по Дэйму с одного прям. А что ты взрываете всю игру? Мины. А во, это солитари, слушай, лупит, фига. Или зайцы по минам бегают. Хоть солитари, ага. Не, вон, смотри, вот. Из солитари. Это взрывается что? Вот зайцы. Это кролики, видимо. Зайцы. Ну, кролики. Минополе. Я тоже думаю, что за бомбеж. Так, Влад что-то знает, что он знает? Что он зайти внутрь, взять ящик? Он не может начать подходить лестницу, ясно. Он решил застрять здесь навсегда. Он мог нащупать лестницу просто, да, он лестницу не мог нащупать. А где они там эти документы? Я ни разу их не брал. В ящике внутри вагона. Да, вот там. А вон они, ящик висячий. А что ниже его не было? Еще одна, еще один. Чтоб чистить. Это же слово. Евро залез. Через текстуру не сворую, чуть ниже опусти, чтобы он прям там. Ну получилось висеть, не там вообще. А? Давай подъедем. Пусть лучше так избежать, там можно испитриться и дошли. Что это за фантастика вообще в воздухе? Все, антигравитационные поля. Все, они сваливают. Да, гравитационные поля. Это же Мальск. Да. Что, все, они просто взяли, да? Магнитное поле там, блядь. Магнит, да, еще один магнит. Да. Как это там, сталкер, как это там, шар это назывался, блядь? Рыбий глаз, не знаю, не помню. Нет, шар? Аномалия. Самое безопасное место. Оазис! Оазис назывался. А чем он боялся? Как он телепортируется? Каску, человек стоит сзади другого. Когда, блин, над этим. Солита ли плеер? Пространственная аномалия. У меня тут человек двоится, каску, человек другого сзади. Лиг 2. Красиво уезжает. Да. А документы-то они взяли? Взяли. Да. Че, они просто дальше поехали? Вступили. Зонт практическое отступление. Да. Чик-брик, что верно, да. Да, у него только просит поднять. Там сама открывается, не, через время там открывается. Через, у красных оно через время, у зеленых они сами открывают. Куда ему нужно ехать? Все, уже до зеленых. На лаху огонь. Слава богу. Че, все? Весело поиграл, опять этот конченый звук меня раздражает.